Думаю, вы когда-нибудь пользовались CCleaner, WinTweaker и другими программами, которые очищают и ускоряют ваш ПК, убирают зависания, ну и заодно повышают FPS в играх. Но на самом деле эти программы, которые якобы очищают и ускоряют ПК, сами ее и засоряют. Зачем нам эти программы, когда очистить и ускорить систему можно абсолютно без каких-либо программ? Показать как? Ну так давайте начнем. Итак, давайте переходить к очистке ПК от всякого мусора, который у вас наверняка накопился. Заходим в проводник, нажимаем по диску C правой кнопкой мыши, нажимаем свойства и очистка диска. Немного ждем, и тут выбираем все галочки. Нажимаем ОК и удалить файлы. Дальше в поисковике пишем %temp% и нажимаем на эту папку. Либо с помощью сочетания клавиш Win плюс R вызываем такое меню, где мы пишем все так же %temp% и нажимаем ОК. Тут нам нужно выделить все эти файлы и папки. Нажимаем один раз по любому файлу или папке, потом нажимаем Ctrl-A, чтобы выделить все, и с помощью Shift-Delete удаляем все. И один момент. Перед удалением нам нужно закрыть все программы, игры и браузеры, и тогда уже можно удалять. Если у вас выскочило вот это окно, то нажимаем на эту галочку и нажимаем пропустить. Поздравляю, теперь вы очистили винду от разного мусора. В идеале, конечно, лучше удалить все программы и игры, которыми вы не пользуетесь. Но тут уже вы сами решите для себя, что лучше удалять. Теперь давайте переходить к улучшению производительности. Нажимаем здесь по пустому месту правой кнопкой мыши, потом свойства, дополнительные параметры системы, во вкладке быстродействия нажимаем параметры и ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Но только стоит включить те галочки, которые стоят у меня, чтобы поберечь свои глаза. Дальше заходим в диспетчер задач, нажав в сочетании клавиш Ctrl-Shift-Escape. Здесь нам нужно зайти во вкладку автозагрузка и отключить абсолютно все программы, которые нам не нужны. Помните, я вам советовал в одном из своих видео зайти в поиск, прописать там конфигурация системы и во вкладке загрузка зайти в дополнительные параметры и включить тут максимальное число процессов. Так вот, забудьте про этот способ, ведь он нифига не помогает, а лишь наоборот может навредить вашему ПК. Все будет лагать, тормозить и комп в скором времени перестанет работать. Так что никогда не делайте такой ошибки. Также я вам рекомендовал использовать WinTweaker для очистки и ускорения ПК. И казалось бы, в одной программе есть куча возможностей отключить всякий мусор в один клик. С легкостью можно очистить ПК и все такое, но ее тоже не стоит использовать. И я имею в виду забыть о ней навсегда. И ни при каких условиях не скачивать это говно. Из-за нее у меня слетела винда, что уже показывает, что с этой прогой что-то не так. Хотя оно и понятно, ведь в ней есть вирусы, что не секрет уже давно. Есть, конечно, аналоги этой программе, но я их не использовал, поэтому что-то про них сказать я не могу. А в свою очередь я очень сожалею, что в прошлом рекомендовал эту программу, ну и способ с MS-конфигом. И ведь некоторые люди верили в это, как и я в прошлом. В общем, вердикт таков: всегда проверяйте то, что вам советуют. И осторожнее относитесь к левым программам. Да и лучше вообще ничего не скачивайте из оптимизаторов. Ведь все можно сделать вручную. Если видео вам хоть немного помогло, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Кальган. Всем пока.